Любимый мой, мой хороший. Приходи еще, ладно? Скажи маме, что соскучился по бабушке, и она тебя приведет. Придем, придем. Большое спасибо вам за все. Да что там? Приходите как-нибудь вы к нам, ладно? Придем. Будьте осторожны, доченька. Да. Хорошо, не беспокойтесь. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. На следующей неделе выходит новый фильм с Брэдом Питтом. Сходим? Тебе же не нравился Брэд Питт? Мне в том кинотеатре очень кресла понравились. И звук был потрясающий. Да. Что-то я проголодался. Хочешь чего-нибудь? Нет, я пойду к себе прилягу. Чая больше нет, Айша? Нет. Завари мне. Тогда хоть чай из пакетика, то ем в сухомятку. Чая ему не хватает. Что это с тобой? Только чая тебе не хватает, говорю. Как ты со мной разговариваешь, Айша, а? Вот так и разговариваю, а что такое? Дорогуша, не раздражай меня и сделай, наконец, уже чай. Разговаривай со мной нормально, Ганибей. И не забывай, что ты мне кое-чем обязан. Перестань говорить ерунду, Айша. Аллах, Аллах. И что, если я тебя раздражаю? Ты как-нибудь выведешь меня, и я расскажу, что ты не поступил в университет. Попляшешь. Да замолчи ты! Знала, что Гани не поступил в университет? Я ходила на курсы узнавать насчет экзаменов. Мне там сказали. Когда же ты узнала? Пару месяцев назад. Почему не сказала мне? Я не хотела портить отношения между вами, Бурханбей. Молодец, молодец. Получается, ты спокойно закрывала глаза на то, что Гани меня грабил? Нет, ну что вы, Бурханбей, я столько раз говорила Ганибею и Диму. Объясни все, скажи, будешь заниматься и поступишь, но... Ладно, Айша, ладно. Ты иди пока. Выйди, я сказал! Я не рассказал вам, дядя Бурхан. Не смог сказать, что вы зря оплатили мои курсы. Значит, ты попросту месяцами обманывал меня, Гани? Дядя Бурхан, мне очень стыдно. Я дал тебе деньги на курсы, на университет. Мало того, еще и на карманные расходы. А ты меня обманул. Так ты мне за все отплатил, да? Мне очень стыдно, дядя Бурхан, простите меня. А я ведь еще и гордился тобой, Гани. Гордился, что дядя моих внучек станет дипломированным инженером. Дядя Бурхан... Отойди! Какой же ты, оказывается, подлый человек. Настоящий змееныш! Если ты мужчина, если у тебя есть хоть капля чести и достоинства, ты соберешь свои вещички и уберешься отсюда. Немедленно!